12 апреля состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. В Тобольске она пройдет в многопрофильном техникуме с 10 до 14 часов. На профориентационную встречу заявлено более 10 организаций. Среди них представители предприятий нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, а также организации по оказанию бытовых услуг. У тобольчан есть возможность пообщаться с потенциальными работодателями, пройти тестирование и поучаствовать в интересных тренингах и мастер-классах. Также можно будет узнать о программах профессионального обучения и задать другие интересующие вопросы.